Друзья, все-таки начну. А что с Ивана следующий? Представим, вот с объявления. Ну, когда я сюда ехал, я понял, что такого регламента профессор выступать не может. Прошу потише. Поэтому, значит, долго приготовил больше содержательную. И вот больше закончил доклад. И значит, говорю к тому, что я раз напоминаю всем докладчикам, и вообще, кто интересуется какой-то закрыл научный в этой сфере, в апреле мы в НК учредили новый баховский журнал бумажный. Будет номер, значит, вот апреле звезды, поэтому вот эту ближайшие 2 недели присылайте мне, значит, вот доклады и статьи. Вот, для номера я смогу, учитывая, что вот такой регламент, я пробегусь просто по, так сказать, отдельным соображениям. Значит, назвал так, открытая система для образования, как инструмент формирования цифровых навыков. Ну, естественно, никакая цифровая экономика не может быть построена, если не будет создана система формирования востребованных цифровых навыков для цифровой экономики. Ну, отправление документами я выбрал очень важную цель, это Министерство подчиняться. В Кантуде, в Мексике, которая проводилась и фактически резюмировала огромный объем исследований. Вот исследования стали доступны, наверное, очень активной позиции группы из экономического факультета. Поэтому вот это событие. Ну и 1 декабря наш президент тоже вот такой магистральный день по развитию российской экономики, поэтому путь декларация сформулирована в день задач. Вот такая задача как раз связана тем, что, так сказать, является необходимость приложения усилий для того, чтобы создать систему формирования цифровых навыков. Да, ну вот всегда становится вопрос, а как же необходимыми навыками и образовательной технологиях развития вот таких навыков. В цифровой экономике значительную долю все-таки навыков имеет генеральный цифровой характер. Ну, я как айтишник. Вот. И важнейшую роль в эпоху цифровой экономики играет именно цифровые навыки и цифровая задача. Ну, цифровая программа, конечно, все-таки будет влиять. Теперь от навыков. Навыки представляют собой способность конкретного или абстрактного оружия, может быть, роботом, обеспечить осуществление аспектов конкретной профессиональной деятельности, причем на конкретном рабочем месте и в конкретное время. Особенность как раз навыков является то, что это динамические сущности, ассоциированные с конкретным контекстом рабочей деятельности или этой системой профессиональной деятельности. Они обладают собственным жизненным циклом. Это системные сущности, они просто очень сложные. Одно из важнейших основных компонентов, на которой настраиваются специальные навыки, это базовые навыки. Ну а навыки, которые быстро адаптируются к профессиональному окружению,
это можно сказать операционный сигнал. Ну, вот дальше в работе я попытался предложить вот такую классификацию навыков. Значит, общие три навыки, профессиональные три навыки. Проблемно ориентировать, это понятно, да, профессиональные, это вот этичные навыки, если просто создавать продукты, сервисы, услуги, сервисы. Проблемно ориентированные цифровые навыки, например, специалисты цифры, профессионалы, вот, те, кто работает с ГИСами, там, производствами специализированные, потом дать эти навыки. Комплементарные навыки, навыки использования конструкционных технологий самой экосистемы и навыки использования возможностей цифровой экономики. Такие вот возможности прорываются уже в своей массе. Здесь пока рабочее название, так сказать, вот тот, что я придумал. Так что есть другое будет лучше соображение. Но, кстати, я приведу пример. Потому что сейчас интересных работ именно связанных с новыми совершенно возможностями технологическими и цифровой экономикой. Во-первых, дальше идея была такая, посмотреть факторы, определяющие вызовы системе образования. Ну, есть вот такие явно выраженные особенности, это вот сжатие инновационного цикла, так сказать, вот исследований. Разбывание дисциплинарных и отраслевых границ, резкое увеличение объема научно-технической информации, рост требований квалификации исследований, конечно, возрастающая роль международных стандартов. Вот предыдущий докладчик, я не знаю, Кирилл Ланцев, теперь вот особенности навыков. Вот из, так сказать, этих вызовов можно сделать выводы, вот о каких особенностях, что навыки имеют непосредственную связь с рабочим позицией, рабочим местом, то есть это вот динамическая сущность, это не отменимая компетенция. Междисциплинарный характер навыков, то есть это очень сложная композиция разнородных знаний, может быть, и умение быстрое развитие технологической оснащенности системы рабочего места, что тоже требует постоянного обновления, комплементарных профессиональных. Факторы мобильности и конкурентности навыков, возрастающая роль международных стандартов. Вот эти объемлющие системы, которых формируются сообщества. Теперь, чтобы создать вот систему формирование этих навыков, значит, ну, нужен какой-то системный подход. Система должна быть национального уровня все-таки. И ее вот основной компонентой, конечно, является методическое обеспечение. То есть инструмент, который говорит, чему надо учить, вот, как надо учить, как строить образовательные процессы, там, ну и так далее. Ну и такая система должна будет проверять вот требования целостного представления образовательных методических материалов, в частности стандартов, это управление знаниями, то есть понятно, полнота покрытия направлений, профилей и уровней подготовки кадров, то есть это такая соответствующая система методического обеспечения, определение тщательно спроектированных объемов знаний, в том числе базовых знаний. Базовых имеется в виду ядра, обязательных знаний для различных направлений подготовки. Включение методических рекомендаций, которые, так сказать, позволяют вузам, университетам выставить правильные образовательные программы и диверсифицировать. Сопровождение системы стандартов с помощью эффективного профессионального механизма. То есть, кроме этой методической системы, необходим механизм, который ее сопровождает и ее, так сказать, обновляет. Ну и если проанализировать современную систему международного преобразования, то такая методическая основа уже в принципе есть. Это система международных стандартов, то их называют культурой.
То есть это педагогические материалы для построения, как основных образовательных программ. Такая система характеризуется целостностью. Она построена на основе вот единого методического документа, который курикулум 2005. Охватывает, структурирует как направление подготовки, выделено 5 базовых профилей. Характеризуется знание ориентированности. То есть основным содержанием этих стандартов является характеризование актуальных знаний, структурирование, систематизация, выделение вот минимально необходимых объемов знаний для каждого направления подготовки, то есть концепция ядра, в этих стандартах дается детальная спецификация персональных характеристик, фактически описывается в том числе семантический портрет нейронных навыков на уровне академических единиц. Включены рекомендации методического характера, включены описание инженеров основных учебных программ. Эта система поддержана очень развитым консорциумом, процессом развития, сопровождения вот этой системы стандартов. Ну, вот стоит упомянуть, что этот процесс, наверное, вот в этом году отметят в следующем, в своем 50-летии, первый курикулум стандартный в 1958 году. То есть отработанная авторская система, мощнейшая статистическая забил. Ну и вот непрерывность обновления стандартных курикулумов. Как только выпускается такой документ, сразу начинается процесс полностью подготовки его следующей версии. Обновление, полный пересмотр, как объем он станет, примерно начинается раз в 5 лет, а текущее обновление на уровне отдельных курсов ежегодно. Ну и еще о полноте. Значит, это вот полная система стандартных курикулумов. Охватывает, во-первых, достаточно полный набор решений для высшего образования и преобразования. Это бакалавриат и магистратура. Далее, что важно, эта система стандартов охватывает обучение школьное, младшие классы, старшие и продвинутые курсы, то есть уровня подготовка школьников, именно как это писать. Основам, значит, вот компьютерной сайты. И вот третье, это стандарты для разработки учебных программ, для степени ассоциации. Эта степень присылается после 2 лет в колледже, то есть это как бы половина бакалаврской программы. Включает вот этот код, ядро компьютерной сайты с подготовкой бакалавров, плюс еще навыки для практической работы. Вот эти программы ассоциации достаточно эффективны и востребованы для дополнительного образования. Вот. Ну и следующее, вот как раз я просто ввожу определение, на самом деле занимаюсь уже многие десятки лет, открытые системы преобразования, называется совокупность образовательных и учебных процессов, которая осуществляется на основе международной образовательной системы образовательных стандартов области. Значит, в порядке резюме можно утверждать, что мировое создана развитая система методического класса, система преобразования и непосредственно стандартов курикулумов, которая имеет в качестве поддержки мощной процесс консорциума и стандартизации, и вполне вот этот методический базис может рассматриваться как основу для создания национальной системы развития цифровых. Ну, это как бы не фантазия, вот конкретный пример реализации примерно такого подхода продемонстрировал президент США Барак Обама
с инициативой, это год назад было, по-моему, даже 31 января, я помню, инициатива называлась Computer Science for All. Он провозгласил, что компьютер сайт будет изучать все абсолютно данные от мало до велика, что компьютер сайт должен быть углубленно изучаем в школе, в младшей школе, он говорил, в старшей школе. Вот, и специалисты любого профиля значит, должны в качестве второго образования получать образование по компьютер сайт. И вот слова, компьютер сайт дает новые базовые знания и навыки, необходимые для создания экономических возможностей социальной мобильности, оказывающие влияние на каждый сектор экономики. Но это не просто его слова, он поддержал таким образом, выделил 4 миллиарда долларов на реализацию своей идеи. И за счет госбюджета идет подготовка 50 тысяч преподавателей для школы «Горь». Ну и плюс еще он там написал программу на английском, чем очень гордится. Вот. В связи с этой инициативой, вот особую актуальность, мне кажется, приобретают и образовательные вот эти стандарты, как для школьного образования, так и стандарты ассоциатора. Ну, могу сказать, что примерная вот программа ассоциатора реализуется с 90-го года в разных высших картинных школах Московского университета, и у меня очень много физиков получилось. Вот. И вот на наших программах разработчиков, конечно, технологии двухлетних. И у магистрской программы тоже, так мы приглашаем студентов-физиков в наши программы, значит, с тем, чтобы вписаться в экономику. Ну и последнее, значит, казалось бы, как бы очевидные вещи, что есть международные стандарты, что давайте на них переходить. Вот. Однако основные препятствия на пути трансформации национальной системы, вот цифровых навыков, закрытой системы образования является федеральные государственные образовательные стандарты. Они построены на совершенно другом подходе, значит, это стабилизированный подход, который тормозит развитие, так сказать, системы высшего образования. Вот, в течение более десятилетия существующий вот этот концепт «Космос», который навязан системе образования свыше, просто уродует систему образования российского и ограничивает перспективы развития. И вот это противоречие насущной необходимости перехода к процессам управляемого знания, в том числе и к образованию, и существующей тормозящей кризисом вперед нормативной методической базы ГИБДГОС, требует своего наискорейшего разрешения. Ну, кто-то обследился, так сказать, вот это реально. По-моему, уже 10 лет, как я пишу много всяких статей, даже книжки есть с критикой политики министерства, но, так сказать, вот, пока идем в направлении с точностью до противоположного направления прогресса в области хотел бы говорить. Все, да. Спасибо. Один вопрос. Маленькая противоречие. То, о чем вы рассказали, это производственный цикл. И вы абсолютно правы, что он туда сказал. Но ведь скажите мне, пожалуйста, по каким стандартам обучался Стив Джобс, Майк Цукерберг, что изучал в качестве стандартов Билл Гейтс? Они вообще не учились в университете. Другое дело, что применять стандарты, безусловно, надо. Соответственно, вопрос. Все-таки. Это благо стандарт или это препятствие к переходу в новую парадигму развития ваших институтов? Ведь у нас открытые системы это как раз новая парадигма развития. Система ждет все. Здесь, конечно, революция, Владимир Ильич Лесин тоже не так включил. Есть, мы бы по массовому образованию. Должна быть технология. Вот. И вот сейчас ко мне в магистратуру приходят с этими курсами, приходят поступать студенты.